Одинцовские госавтоинспекторы организовали видеоурок для воспитанников коррекционного детского сада. Они провели мастер-класс «Лепка из пластилина» по правилам дорожного движения. Автоинспекторы напомнили ребятам о правилах перехода проезжей части дороги, о безопасном поведении на улице, а также показали, как и зачем нужно использовать световозвращающие элементы. После теоретической части ребята смастерили тематические поделки.